Всем привет, с вами снова Лакмус. Мы находимся в игре Torchlight 2 в месте под названием Галерея Костей, то есть это такой какой-то очередной склеп, и переходим на следующий его уровень. Это уровень 2, как я понимаю, да? Первый уровень был не то чтобы сложен, но немножко пришлось напрячься. Особенно меня как бы не радуют красные такие трупаки. И вот это вот явно сейчас оживет. Костяшка. Саркофаг пустой. Тоже пустой. Опа, это что такое было? Друзья, это я не заказывал. Как мне обратно переместиться? Загадочный скелет. Это босс. Друзья, это босс явно. Это явно босс. Как-то внезапно нас переместили. Ну да, конечно же, это босс. Мордокс. Точно, точно. Нет, босс, видимо, вот это. Да сколько же вас здесь? Ужас какой. Какой ужас. Да, дамажит он не слабо. Мана нет. Да и лечилки тоже у меня, в общем-то, кончаются. Но радует только то, что трупаки здесь не бесконечные. Надо сначала погонять их, я думаю. Потом уже разбираться с главным. Но они все-таки лезут. Нет, все-таки они, видимо, бесконечные. Пополняются. Ужас, ужас, ужас. Редко криты проходят. Опа, чуть было меня не завалили. Вот эти все твари. Всю малину портят. Бежим, бежим, бежим. Я ему дамага-то не наношу толком. По большому-то счету. Бежим, бежим, бежим. Лечимся. Так, достижение любитель напитков. Ну да, я любитель такого дела, потому что иначе не получается. Ого. Круто.
Мне кажется, ли их стало меньше? Но нет. Возрождаются и маги, и прочие твари. А самому-то этому я действительно не дамажу практически. По чуть-чуть. Интересно, только так мы можем как-то существенно дамажить. Чуть было не сдох. Ладно, кончается, я знаю. Зелье-то, собственно говоря, заканчивается. Надо как-то ускорять этот процесс. Уже есть. Ну да, не стоило, конечно, гонять их вот так по кругу, я думаю. Можно было сразу его лоб в лоб встретить. Нашли мы эту Розу Мортис. Так, и уровень получили, да, или что это? Нам просто так подкинули очко. Давайте... Так, а сюда мы не можем, да, требуется уровень 10. Нужно что-то другое убирать. Ага, вот, новые навыки. Запутывающий выстрел. Стреляйте проклятым снарядом, который обездвиживает цель. Угу. Ядовитый взрыв. Я не думаю, что на нежить сильно подействует. Рунный прыжок. Мастер дробовика. Пока ставим дробовики. Теневой снаряд на этой части. Так, боеприпасы тьмы. Мне нравится вот этот вот навык, теневой снаряд. Единственное, что не ясно, он активный или как его использовать. А вот как, да? Ману-то он жрет не слабо. Ну, давайте попробуем, проверим, как это будет выглядеть. Это выход, судя по всему, да? Ну, здесь нас тоже награждают, но какая-то еще ловушка. Куча добра, конечно, здесь. Нам сейчас нужно, видимо, посмотреть, что нам надавали. Интересно. Потрачу на это какое-то время. Это сразу в топку. Это в топку. А вот это оставим. Это в топку. Неизвестный амулет. Смотрите-ка. Парно копыт, то есть вот к этому. Оставим, оставим. Это в топку. Так. Броня, в общем-то, неплохой, тоже оставим его пока. Меч нам не нужен. Штанцы 8 к силе, ну, пожалуй, нет, на продажу. Кастетом мы не пользуемся, это все на продажу, на продажу, на... Так, смотрите-ка. Ну нет, дубина нам не нужна. Защита от огня. Карманный пистолет 46. Нет, на продажу. Да, неплохой урон, но мы таким не пользуемся. Тоже на продажу.
Вот. И давайте закупим. Закупим, пожалуй, больше зелий маны. Десятка мало нам. Сейчас у нас будет расход побольше. И еще 11 зелий здоровья. Вот так как-то. Отправляем. Полторы минуты теперь уже. А сами выходим на поверхность и постараемся получить награду. Да, потрясающе. Заплачу и пойду дальше. Но меня интересует, пожалуй, вот этот пистолет. Славу нам какую-то дают. Я пока не разобрался, зачем она нужна. Пистолет, конечно, на 17 уровень. Но вот урон мне нравится. Отбрасывания, правда, нет у него, но посмотрим, что это будет. Давайте вернемся на нашу тропинку. В то место, где мы сошли с нее, и продолжим наш путь. Злобный дух. О, неплохо, смотрите-ка. О, ключик. Совсем неплохо. Ну, конечно, расходуется мана ужаснейшим образом. Так вот можно восстанавливать ману, в принципе, поводить его. Так, а на что мы можем потратить ключ? Вот там вот еще какое-то ответвление было. Возможно, там у нас имеется сундук. Новый уровень, отлично. То есть, когда мы тратим ману, мы будем стрелять обычными выстрелами. Но, в принципе, неплохо. Неплохо. Так, ну, здесь я не вижу никакого сундука. Зато вижу, что мы приближаемся к квестовому месту. Какому-то квестовому месту. Возможно, я зря сюда пошел. Так, давайте разберемся с уровнем сначала. Следующий уровень дополнительно. Угу. Давайте пока вот это повысим. А здесь вложимся, пожалуй, в ловкость. Все-таки криты, я так понимаю, зависят от нее. Готов. Мы нашли дикие пустоши. Что это за хрень? Пока не ясно. Но не думаю, что... О, капкан. Прикольно, прикольно. Еще один капкан. Блин. Покидайте дикие пустоши. Рыбное место. Давайте попробуем. Так, поймали рыбку. Учебная шлейка. Окунь больше рот.
рыба-паук, боже мой. Ну. Черт. Отвлекся. Криворыл, боже мой. Давайте посмотрим, что это за хрень. Учебная шлейка. Так, физическая броня. Нам она не нужна. На продажу сразу. Арбалет. Очень высокая скорость атаки. Давайте попробуем. Просто попробуем. Но это нам не нужно. А вот это, пожалуй, мы напялим. И это напялим. И попробуем, что это за суперарбалет такой. Неплохо. Неплохо. Так, но нам надо как-то здесь разобраться. Куда бежать и что делать. Опять какие-то боссы. Но криты идут неплохо. Действительно, скорость атаки радует. И, может быть, даже итоговый урон будет даже выше. Единственное, плохо, что нет отбрасывания у него. Совсем нет никакого отбрасывания. Так, соберем. Зелья нам нужны. Что они тут охраняли? Сундук с чертежами, ладно. Чертежи нам тоже, наверное, нужны. Ага. Мы выполнили какой-то квест. Так, я не заметил. Капкан, вот еще один капкан. Бронированный клыкач. Ужас какой. Так, здесь у нас что? Ни хрена. Метатель смерти, боже мой. Так, ну мы вот бродим по кругу. Однако, как-то карту я себе не очень хорошо представляю. Давайте-ка посмотрим. Вот так включить, что ли? Нет, так мне не нравится. Стандартная карта мне больше прикалывает. Видимо, локация хоть и большая, но в целом объединена в какую-то единую структуру. То есть заблудиться, наверное, у нас в любом случае бы не получилось. Дикие пустоши.
Потому что я вот вроде бы бегаю, да, но место-то одно и то же. Покидаем дикие пустоши. Ты что такой борзый? Опа. Призраки пещеры трофеев. Я всего лишь дух и не желаю тебе зла. При жизни меня предали и погубили товарищи, которым я всецело доверял. Теперь я заперт здесь и уже много лет не могу найти покоя, ибо смерть моя так осталась неотомщенной. Но я погиб больше века назад, и сейчас те, кто меня предал, сами уже мертвы. Иди через портал в их тайное убежище, пещеру трофеев, отыщи там капитана Вилли и докажи ему, что правосудия никому не избежать. Еще одна такая же пушка. Ружье неплохое. Конечно, мы сделаем это. Но прежде чем мы пойдем, я, пожалуй, сменю наш арбалет на лук прежний, потому что лук мне нравится больше. И в последнюю очередь за счет отбрасывания. Пещера трофеев. Здесь, я надеюсь, будет не нежить, а что-то поинтереснее, пооригинальнее. Да, хрен там. Я так понял, что нежить здесь в этой игре пока что основные наши враги. Так, хорошо. О, сколько вас, ребята. Какие-то еще твари. Штормовая клешня. Электричеством, я так понимаю, они шмаляют. Нам надо, наверное, вещи какие-то на запас маны все-таки, потому что мана расходуется жесточайше. Практически. Что это? Второй глаз. Что за второй глаз? А, это для вставки. Ну, давайте вставим куда-нибудь. Например, вот в эту вот штуку. К запасу маны. Нет, подожди. К физической броне. Хорошо. Хорошо. Так, а здесь мы... Да, здесь дальше нет хода. Здесь тоже у нас тупик. Что-то карта меня немножко ввела в заблуждение. Идем дальше. Флебустьер Фантом. Так, ну здесь явно сейчас вылезет какая-нибудь гадость вот из этого вот портала. Крит прошел, когда он был и не нужен, собственно говоря. Охраняют свои сокровища, заразы. Все еще охраняют. Да, вот сейчас мы видим реальное замедление. Наш навык теперь более эффективен.
Да, какие-то синие предметы мы нам наполучали. Давайте посмотрим по-быстрому. Да, но все их мы использовать по сути не можем. Неизвестные штаны. Физическая броня. Так, запасу здоровья оставим пока. Пока оставим. Арбалет нафиг нам не нужен. Посох тоже. Так, идем дальше. Босс никакой не появился. И я вижу, что здесь у нас тупик. Да, то есть... Вон он, видимо. Или нет? Стрелок. Ладно, посмотрим. Вот сюда, видимо, нужно куда-то идти. Новый уровень. Прям как-то зачастил я с уровнями. Давайте повысим. Давайте повысим. Вот это мне нравится больше всего. Достижение. Любитель навыков. Ну да, любитель зелий, навыков. Это про меня. И пожалуй, что нам дает стойкость. Немножко вложимся в стойкость. Побольше у нас будет здоровья. 653. Движемся дальше. Немножко у нас есть еще времени в этом эпизоде. Но, может быть, до босса успеем даже дойти. Так, а вот эти вот ребята уже толпой, да, наваливаетесь? А вот так вот, если... Кончилась мана. Смотри, какие живучие твари. Пантера наша тут повоевала. Еще больше. Замес. Ты какой-то крутой чувак. Ну, не очень крутой. А, их тут два. Хорошо. Что у нас здесь? Сюда мы не пройдем. Ладно. Ящик. Да, вот, мы подходим уже к здешнему главарю. Видимо. Так. Высасывает что-то все-таки от этой твари. Кончилась мана. Опять эти твари. Они толстокожие, капец.
Да, закончилось время эпизода, но мы, пожалуй, здесь задержимся немножко, дойдем уже до главаря. Так, а вот этого почему мы не видели? Уже оттуда пришли. Мана кончилась, плохо. Глазы Вилли пришел. Как я и полагал, это босс. Ну не так, чтобы очень крут. Но, видимо, призывает тоже себе на помощь своего зомбачья. Много призывает. Ну и все, собственно говоря, да? Получается. Не так уж крут этот Вилли. Предыдущий был покруче. Здесь такое место еще. Он вышел на этот мост. И, в общем, подставился под наши удары. Давайте соберем лут. У него сундучки, кстати говоря. Ловушка. Зелья мне пригодятся. Здесь ловушки нет. Копье. Так, еще один ящик. Пустой. И можно выходить, получать нашу награду. Так, но давайте возьмем пушку еще одну такую. Хорошо, давайте осмотрим. Кстати, нам дали еще один пункт навыка. Сюда вложим. И смотрим, что мы такое здесь насобирали. Это сразу на продажу. Короткая пушка двуручная. 50 к отбрасыванию. Ну-ка, попробуем. Лук пока отложим. К ловкости. Хотя нет. Нафиг. Нафиг. Неиспользованный. Не... Так, свитка у меня нет, да? Ладно, ставим пока. Арбалет на продажу. Вот, комплект привидения. Это мы, пожалуй, тоже на продажу. Или нет? Да, херня какая-то. Запас маны. Вот сюда вот его. Это на продажу. На продажу, на... продажу. 20 к отбрасыванию. Ну нет. Так. Меч нам не нужен. Пистолет разрушения. 68 урона. Смотрите. Минус 20 видов брони за каждый удар. Пока ставим. Кастет нам не нужен. Это на продажу. Да, вот, нам стало доступно вот это вот дело. Так, и вот так, пожалуй, да? Это сразу продаем. У нас теперь два предмета из комплекта. Хорошо. И вот так вот мы теперь выглядим. Жесть. По-моему, полная жесть. Ужас, 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 ужас. А, то есть он не стреляет вот этим ударом. И вот этим тоже не стреляет. Ну, попробуем в следующем эпизоде, к сожалению, потому что время у нас
закончилась, затягивать мне неохота, поэтому спасибо за внимание, всем пока.